Скажите, пожалуйста, вы в своей жизни Бога видели? Вы знаете, я прочитал одну вещь, я даже боюсь вас спрашивать. Вы говорили в одном интервью, что тех людей, которые вас пытали и над вами издевались, вы простили. Да. Ну, даже если бы вы не говорили, что вы видели Бога, я уже понимаю, что так можно сделать, только видев Бога. Это было 11 августа 1999 года. Тогда было солнечное затмение. После этого солнечного затмения, где-то через час, я попал в сложное ДТП. И потерял сознание, а потом, когда уже лечился в больнице, рассказал состояние, в котором я был, у меня нейрохирург просто сказал, что это было не потеря сознания, это была у тебя клиническая смерть. Очень непродолжительная во времени, но это клиническая смерть. Да, я тогда общался с Творцом, Создателем, с Отцом Святым. Это невозможно объяснить, но состояние безусловной любви Отца, это реал, радость, святость и ощущение бесконечности жизни, и когда ты ощущаешь себя единым с Творцом, это неимоверная радость, это счастье. Ну, нет такого слова в нашем языке, вообще на земле, которая может объяснить это состояние. Это просто единство любви и пребывание безусловной любви, как бы купание в этой любви. Это незабываемые вещи, конечно же, я их никогда не забуду. И я вот для себя с того времени говорю, я тогда осознал слова Иисуса Христа: «Я и мой Отец едины». И я то же самое говорю, да, я и мой Отец един. Более того, у меня разработаны методологии, поработал немножко над собой, для раскрытия сакрального сердца, которое в каждом человеке есть, об этом уже говорит наука. И вот это сакральное сердце, оно и единит нас с нашим Отцом Святым.